Можно маску кладить? Нет. На карте без маски не обслужат. На каком основании? Ну, там информацию подойдите, вам все объяснят. Прочитайте 417-е постановление я правительства. Я вам говорю, не инструкция предлагать одеть маску. Если что-то ничем не согласна на информации... Я понял. Это вам инструкция, но не мне. Ну, вот я вам сказала, а там... Мужчина, у вас камера снимает? Обязательно. У нас запрещено. Ну, я запрещаю вам запрещать мне. Почему? Ну, потому что вы не запрещаете, а я вам запрещаю. Не, у нас в инструкции написано, что... Это у вас в инструкции, но я у вас не работаю. Нет. Инструкция для вас? Для посетителей, чтобы мы сказали, что... Я понял. Я вас предупреждаю, что съемка запрещена. Я понял, что съемка запрещена. Ну, так мне закон разрешает это делать. Почему? Ну, потому что закон такой. Ну, как? Ну, как? Вот с какой целью фотографируете? Хочу. Просто так? Просто так. Потом в интернете. В целях своей безопасности. В целях своей, что да. С вами ничего не случилось? Мало ли. Всяко ж может быть. Вот какой-нибудь неадекватный возьмет и ударит меня. А я ж не докажу. Он скажет, я его не бил. Есть 29-я статья Конституции, пункт 4. Прочитайте на досуге. И все поймете. Общественное место. Нет, ну просто понимаете? У нас в инструкции это охрана. Да я понимаю, что в инструкции у вас много чего. Мы должны предупреждать покупателя, что все. Нас снимать нельзя. Я вас понял, услышал. Вы же меня снимаете. Почему на ком основании меня? Мы-то снимаем. Ну вот вы-то снимаете. Для безопасности. И я для безопасности. Нет, у нас-то, понимаете, у нас воруют. По камерам смотрим, воруют. Ну вот он сворует, я из чего вам скину, если кто сворует, если увидит моя камера. Логично. Я со службы безопасности звоню. Дозвоните хоть куда. Снова всем здрасте. Ну что, нормальные, адекватные охранники сегодня мне попались. Стояли, поговорили, разошлись. Никакого конфликта. Все бы были такие. Маски на нем тоже не было. Дистанцию он не соблюдал. Молодец. Вычистили все. Что-то строить будут. Наверное, опять людей не спросили.